У нас сегодня кастинг. Я очень надеюсь, что никого из девочек не возьмут. Потому что, ну, сами понимаете, лишние люди в телекомпании. Молодые девчонки, красивые. В общем, я очень переживаю по этому поводу. Мне очень стыдно было в этом признаться, ну, вот так вот, как есть. Мне вот интересно, вы когда знакомитесь с ребятами, с молодыми людьми, когда они узнают, что вы играете в футбол, как они реагируют? Они удивляются. Говорят, да ты, наверное, пошла, чтобы как-то фигуру свою поддерживать. Да ты там не умеешь играть. А вам никогда не разбивали нос на футболе? Нет, слава богу, это как бы еще... А сотрясение мозга у вас не было? Нет. А кто любимый футболист у вас? Аршавин, конечно. Почему? Ну, красивый, потому что... Нет, почему? Не потому что красивый. Я не считаю его красивым, просто мне нравится его техника. Ну, потрясающий, на самом деле. Принимала участие в различных проектах. Небезызвестный проект «Народный артист», где прошла в сотню лучших из 40 тысяч. И где мне сама Лариса Долина, без хвастовства, конечно же, говорила, что потенциал высок, нужно идти дальше. Она без хвастовства говорила, конечно, да, просто. Вот. И, ну, понимаете, я для себя предпочла более серьезное. Это выбери вокал. Себе погоду, правильно? И выбери себе погоду. И регион 45. И регион 45, да. Я окончила Курганский музыкальный колледж имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Как все у нас любят. Это Шостакович, вот кто закончил колледж, да, обязательно Дмитрий Дмитриевич. А просто а вот, вот у президента вы знаете отчество нашего? У кого? У президента. Вот да, у этого человека. Господи. Ну, господи. Сегодня он сегодня популярен. Меня сейчас вели. Господь с нами. Наш президент. Дмитриевич Медведев, нет? Дмитрий Дмитриевич Медведев. Дмитрий Геннадьевич, ну вы что? Подождите, я думала, что вот господи, вы и сказали, что... Не-не-не, не Путин, не Путин. Все хорошо, Владимир Владимирович, Дмитрий Дмитриевич. Невежество – это человек, который ничего не знает. Здравствуйте, я Алиса Корясова, студентка Курганского государственного университета, филологического факультета, кафедры журналистика. Я закончила музыкальный колледж имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в 2010 году по классу фортепиано. Все, у меня вопрос. У меня тоже вопросов нет. Какие-то могут быть вопросы. Да. Катерина, хотелось бы в вашем исполнении услышать еще и прогноз погоды. Да, конечно. Угу. О, вот и все. Вот она и карта. Здравствуйте. С прогнозом погоды на сегодня вас знакомит Екатерина Соснина. Сегодня на Урале будет кружить антициклон. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени переменная облачность, местами небольшой коротковременный дождь. В Кургане теплая и ясная погода. Температура плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. А у нас в телекомпании «Регион 45» царит добрая атмосфера любви и взаимопонимания. Приняли. С первого курса примерно начала заниматься модельной деятельностью. То есть я участвовала в нефтегазовом конкурсе красоты, а потом в тюменских конкурсах и на Россию ездила. На конкурс. Везде успешно. А на Россию? На какой? Краса России? А? На Красу России? Краса России, да, 2009. Автомобиль водите? Нет. Нет. А хотите? Конечно. Будете? Это по-моейски. А ты знаешь, что жители некоторых деревень Вологодской области постоянно смотрят прогноз погоды? Нет? А знаешь, почему они его смотрят? А все потому, что если погода окажется плохой и не солнечной, они останутся без телевидения. В деревню не проведено электричество, и жители пользуются исключительно солнечными батарейками. Скажите, пожалуйста, с каким животным вы себя можете ассоциировать? Наверное, это психологический тест. С зайчиком? Угу. А с пингвинчиком можете? С пингвинчиком? Ну, могу и с пингвинчиком. Угу. А дальше что будет? Нарисуйте домик. Да. Слушайте, а ваш молодой человек очень ревнивый? Да. Очень, да. Очень. Это заметно. Безумно. Потому что такая особенность у всех фотографий вот на анкетах, где они одни делают, а тут с молодым человеком, представляете? Даже... На анкету. Не разлей его. На кастинг. Да, да. Не пустил одну. Это он, да? На фотографии. Нет, это не он. Зачем вы сейчас это сказали? Вдруг он смотрит и узнает, что это не он.
Ну, он и так знает, что это не он. Помечтайте, какую бы программу вы хотели вести? В принципе, какое-нибудь кулинарное шоу. Вы любите поесть? Что? Любите поесть? Люблю вкусно, да, поесть, в принципе. По-моему, не скажешь. Да, мне кажется, вы вообще просто не любите есть. Нет, я кушаю нормально. Потрясающий обмен веществ, наверное, да, у вас? Да. Просто конституция такая. Я пошла в туалет, сидите тихо, дверь открыта, я все слышу. А я цветами занимаюсь. Чем? Цветами. Но это больше хобби, чем работа. Цветами. Почему? Не приносит прибыль? Почему она приносит прибыль? Она больше приносит мне удовольствие, чем прибыль. Слушайте, можно личный вопрос? Из корысти. Да, можно. Ландыши можно сейчас достать? Букет? К сожалению, нет. И вообще никак не... А из Голландии нельзя привезти? Нет? Ну, ландыши, дело в том, что они не растут в Голландии. Ну, там в теплицах все растет. Ландыши не выращивают, к сожалению. Любые нет. Цветы, но не ландыши. А, все, все, задавайте, друзья. Мне кажется, вот сейчас вот дружный смех из АСБ, значит, что, видимо, что-то другое выращивает в Голландии там все. Извините, они об этом знают. Здравствуйте. Спонсор про... Нормально, можно еще? Нормально, коробинком. Здравствуйте, спонсор прогноза погоды. Детский сироп от кашля «Синий мишка». Вот видите, вот вы меня сбиваете. Синий мишка, это нормально, да? Есть же такой детский сироп от кашля. Синий мишка. Если кашля, нет, есть отдельный сироп от кашля, и есть отдельный синий мишка. Ну я свой придумала. Я. Если не с кем пить излишек, вам поможет синий мишка. Синий кружка вам поможет. Слесарь с первого этажа, вот этот синий мишка. Михаил Иванович, вот этот. Сиропом от кашля. Это уже хороший, да, прогноз погоды? Да, да, уже как-то. Ну все, Настя, можно не продолжать. Давайте сразу, у нас сегодня Антон раздевает всех девушек, поэтому снимайте кофточку. Правильно? Да, я угадала твою мысль. Вообще-то, если у тебя зрение, то там под кофточкой-то ничего нет. Да подожди, у него кофточка-то есть сверху. Это что ты имеешь в виду? А, вот. Все, извините. Ты кофточку не заметил. Это что-то есть. Нет, ну в смысле, ну что, вы неправильно меня поняли, я все вижу. Чего вы боитесь на людях больше всего? Танцевать я вот не умею, петь тоже как бы. Вот этого вы боитесь, да? Да. Танцуйте. Мне нужен партнер. О! Выбирайте. Синенький та-да платочек, та-да 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 та-да, синий платочек зверечь за них родных. Браво. Девочек было очень много, по-настоящему красивых и интересных. И если по двадцатке лучших мнений жюри примерно сошлись, то кто выйдет в финал, вот эти 10 фамилий, здесь просто развернулась настоящая битва. И, честное слово, до сих пор мы не знаем окончательный список финалисток. Но я вам обещаю, это будут лучшие.